Владивосток, 7 декабря 2022 года.
старый дворик ГУМа. Здесь всякие магазинчики находятся, кафешки. Иногда здесь проходят мероприятия. Летом, осенью здесь исторические танцы бывают по пятницам. Отель Мьюзик. Новое заведение. Китайский самовар. Неожиданные сюрпризы и самые долгожданные встречи с родными и близкими. Кажется, что даже самые невероятные мечты могут сбыться. Напишите историю вашего заветного желания и получите возможность воплотить его в жизнь. Поверьте в новогоднее чудо вместе с аптека25.рф. Подробности акции на сайте 2023.аптека25.рф.
Покровский парк. Вот это здание «Приморский кондитер». Фабрика.
Здесь раньше был мумий-тролль-бар. Здесь стадион «Динамо». Все еще продолжается ремонт. Шум волн. Катамараны, лодки, шезлонги здесь на пляже юбилейном. Здесь деревянный помост, он льдом покрылся, здесь волны большие бывают. А там где-то моржи купались. Только что вылезли из воды. Федерация зимнего плавания. Касатка ДВ. Здесь находится. Турники, брусья. Здесь. Это пляж юбилейный.
такие вот здесь фонари. Здесь большие волны бывают часто. И вот превращают фонари в такое чудо. Люди любят фотографировать здесь и фотографироваться.